Ложись спать. Айда сюда. Айда сюда. Нет. Посмотрел 6-ю серию сериала «Король и Шут». Олежка спал рядышком. А теперь я постелил свою кофту на диван на кухне. И Олег будет спать здесь. Если я кофту не кладу, он уходит спать под порог. Пусть лучше спит на кофте и на диване. Спокойной ночи, малыш Олег. Давай, давай, посижу с тобой. 10 секунд. Минутку посижу с тобой. Все, 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 все. Нет, 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 ты спать будешь, все. Какие-то очень странные насекомые живут в этой луже. У многих насекомых одна из стадий развития происходит в воде. Если вы знаете, что это за существа такие, пишите в комментариях. Может быть, это французские бульдоги? Ну вот Олег и пришел на свою деревообрабатывающую фабрику по производству карандашей, цветных карандашей для детей. Также на своем предприятии французский бульдог Олег производит мебель, гробы, скалки, деревянную кухонную утварь. Отработав две смены, мы возвращаемся домой. Вернулись с Олегом домой, а тут восстание машин. Робот утащила колонки, намотала провод. Как его высвободить-то теперь? Ладно, Олега надо сначала помыть, а то он в ванной ждет. Зайчьи ушки на макушке и грустные глаза. Олег, мы найдем тебе подружку, когда придет весна. Если были на сердце раны, они зарастут. Мы с тобой, как два цыгана, то там, то тут. Не грусти, малыш. И вы, дружочки, тоже не грустите. Для тех, кто из вас живет в Москве и Санкт-Петербурге, у меня хорошие новости, я уже об этом говорил. 23 апреля в Санкт-Петербурге состоится мой концерт, 24 в Москве. Приходите, билеты можете приобрести по ссылке в закрепленном комментарии. Пока. Набираю по памяти номер, мам, готов пироги. Мы с Олегом уже в дороге, мы с Олегом уже в пути. Эти лапы искали дорогу, искали всегда. Не печалься, Олег, ради бога, ты нужен.